Всем привет, дорогие друзья! С вами Т312 Глеб, и вот по обновленной мышке в патче 0.5.3. Как я говорил раньше, патч мне сильно понравился, поскольку принес с собой очень много изменений. В частности, изменения в плане схемы управления мышь. И сегодня мы все эти параметры рассмотрим и разберем. Патч принес как хорошие фичи в виде расширенной настройки мышки, так и в некоторых случаях нерфы. Вот, например, после обновления обзор у мышки без кнопки ПКМ очень понизился. Объясняю. Раньше можно было повернуть мышку, резко сгнуть назад. Теперь же радиус обзора мышки уменьшен до 90 градусов, что дает нам возможность только поворачивать. Когда самолет доходит до сваливания, этот параметр падает еще, наверное, до градуса 50 или 60. Или вот, например, хорошая фича. Кнопка захвата цели в центре экрана. Вот честно скажу, этой кнопки очень сильно не хватало. Часто бывало, что мы, гоняясь за целью, попросту не видели круг упреждения, который где-то летал на другой цели. Теперь же захват цели в центре экрана очень сильно помогает. Всем пилотам, которые не видели мой первый ввод по мышке, очень настоятельно советую посмотреть его, поскольку в сегодняшнем выпуске я не буду расшифровывать старые параметры и, собственно, раскладку клавиатуры. Это можно увидеть в старом выпуске. Сегодня расскажу о изменениях, что, где, когда и, собственно, как настраивать. Давайте по порядку. Варианты настроек мышки. Сегодня мы не трогаем ничего, кроме стандартной настройки и личной. Объясняю. Стандартная настройка – это, собственно, настройка танка мышь. Личная настройка – это настройка, включается после изменения любого параметра стандартной настройки. И как бы говорит о том, что вы тут все изменили. Поэтому сразу выбираем личную настройку. Автоматические закрылки и вертикальная инверсия. Идем в предыдущий выпуск, ссылку на который вы можете увидеть вверху экрана на протяжении всего ролика. И смотрим, что это и как. Скажу просто. Закрылки выключаем, а к инверсии как привыкли. Следующий параметр – это чувствительность мыши. Вот здесь у меня произошли изменения. После патча появилась расширенная настройка, которая сделала мышку более чувствительной. И теперь первый раз мне пришлось изменить этот параметр на более плавный, то есть убрать чувствительности. Идем дальше. Посередине мы видим настройки управления. Напомню вам, что полную настройку вы можете увидеть в предыдущем вводе, а здесь нас интересует только пара кнопок. Первая кнопка – это камера на цель. Как я говорил немного раньше, радиус обзора мыши без ПКМ очень сильно изменился, и нам теперь попросту приходится очень часто нажимать на эту кнопку. Некоторые из вас спросят, почему бы не использовать ПКМ для обзора в маневренном бою. Объясняю. После патча интеллект перестал запоминать траекторию, куда летел самолет, и попросту по нажатию кнопки вы начинаете лететь прямо, и, конечно же, подставляетесь под удар. Поэтому после патча в любом маневренном бою приходится использовать камеру на цель. Мне пришлось пожертвовать снайперским режимом, поскольку пользовался я им немного, и поставить камеру на цель на кнопку Shift. Следующая измененная кнопка – это захват цели в центре экрана. Снова-таки, как я говорил раньше, это очень полезная фича. И нам приходится, даже не приходится, а по желанию и удобству мы используем данную кнопку. Рассказываю. Захват цели в центре экрана. То есть, при наведении камеры на любую цель и при этом нажатии на кнопку, вы захватываете эту цель в прицел. И она от вас никуда не денется. Раньше были проблемы, когда выбиралась не та цель или не выбиралась вообще, что довольно сильно напрягало. Лично я перенес эту кнопку на альтернативный режим, при этом сместив Alt на кнопку Q, вместе с активацией голоса в программе TeamSpeak. Вот в принципе и все кнопки. Пошли настраивать схему управления. Открываем окно расширенной настройки и смотрим, сколько тут всего. Снова-таки идем по порядку. Начинаем с большого графика в центре. Эта настройка полезна для каждого по-своему. Если вы раньше много летали, то переобучаться к новой чувствительности самолета к поворотам не стоит. Если же вы раньше не летали, то советую поэкспериментировать. Лично я по мелочи переобучаться не против, но эта настройка кардинально меняет ваше управление и просто-таки заставляет переобучаться. Привязка камеры. Тут два параметра – к горизонту и к самолету. Наш параметр – это горизонт, поскольку привязка к самолету автоматически делает управление 0.4.1 или 0.3.5. Нам это не нужно, и мы его не трогаем. Дальше у нас самые главные настройки. Но для начала зацепим вон ту неприметную кнопочку внизу экрана – ограничитель крена у земли. Снова в предыдущий выпуск и снова просто отключаем. Вот теперь реально самые важные настройки. Первая – это инерция камеры, и сразу после нее размер области ведения. Я эти параметры не трогал, но объясню, что как. Вообще, при наведении на параметр пишут, что он делает, но давайте все-таки расскажу. Инерция камеры – это отчасти та же чувствительность мышки, но в еще одном параметре. Я чувствительность уже понизил ранее, поэтому еще в более плавных движениях не нуждаюсь. Если же вам кажется, что камера недостаточно быстро реагирует на повороты, то эту настройку вам следует приподнять. Если же наоборот, то немного приопустите или вообще уберите. Дальше размер области ведения. Снова-таки настройка зависит от вас. Насколько быстро самолет в зависимости от своего ТТХ будет делать маневр. Я не знаю, как это лучше объяснить, поэтому приведу пример, который вам, наверное, поможет. Допустим, вы передвигаете мышку на 2 см, при этом самолет делает маневр. Теперь же вам потребуется отвести мышку примерно на 3-4 см, чтобы самолет занял ту же позицию. В общем, я этот параметр не трогал и вам не советую.
И вот теперь 4 последних настройки, которые раньше не позволяли мышке быть похожей на джойстик. Теперь же разработчики все ближе и ближе приближают эти схемы управления. Насколько вы знаете, джойстик очень хорошо выполняет маневры. То есть, все зависит от того, как вы им будете управлять. Нам же так раньше делать нельзя было, поскольку интеллект попросту выравнивал самолет. Теперь же мы можем максимально его отключить, чтобы он нам не мешал. И как я советовал раньше, к интеллекту лучше не привыкать и делать все самому. Так вот. Первый параметр по кренам – это скорость выравнивания. Мышеводы, вспомните, когда вы переворачивали самолет пузом кверху, что происходило? Самолет попросту выравнивался и не давал нам возможность лететь ровно вверх тормашками. Теперь же мы умеем летать как джойстики, и этот параметр убиваем на минимум. Следующий параметр – это размер области выравнивания. Если же предыдущий параметр был убран, то этот советую убрать. Но что же он делает? Как я представлял себе раньше, в центре экрана был круг, в который при попадании серверного прицела интеллект начинал выравнивать самолет. Снова-таки мы его отключаем и выравниваем самолет тогда, когда нам этого хочется, и не позволяем это делать интеллекту. Дальше у нас интенсивность крена. Как вы помните, я использую кнопки крена, и интеллект мне тут попросту не нужен, поэтому я его отключаю. Эта настройка не влияет на крены от клавиатуры, только от интеллекта, который мы, как помните, не любим. И, пожалуй, последний параметр – это глубина области переворота. Я бы, само собой, посоветовал его убрать. И сам бы убрал, если бы не верил в то, что он баганый или вообще не рабочий. При максимальном значении самолет начинает дергаться при любом повороте. При минимальном значении я не видел разницы. Поэтому этот параметр и не трогал. Ну вот и все. Обновленная мышка закончилась, я рассказал обо всем, что было у меня. Очень сильно надеюсь, что этот ввод вам поможет и мое время не прошло зря. Подписываемся на канал, ставим лайки, обязательно комментируем видео и, как всегда, удачи в воздухе!